Здравствуйте, меня зовут Евгений, я представляю бар OW Grand, город Ростов-на-Дону. Я очень люблю водку, и мне очень симпатизирует философия водки Kettle One. Есть определенные тренды, указывающие нам на эко-френдли, но это не тренды. Это наша с вами необходимость заботиться о природе. Тренды диктуют нам, используйте не пластмассовые трубочки, а трубочки из твердых сортов пшеницы или металлические, но это не решение. На их производство используются такие же большие ресурсы нефтяные, как и на любые другие. Также, попадая в пластиковый пакет, трубочки из твердых сортов пшеницы перегнивают по 200 лет. Поэтому я буду использовать настойку, приготовленную способом прокапывания водки Kettle One через лаванду, что позволяет мне не использовать пластиковые пакеты для хранения и тем самым уже уменьшить вред для нашей с вами природы. Для баланса в мой коктейль будет добавлена лимонная кислота и сахарный сироп. Метод приготовления моего коктейля будет билд. И это тоже не случайно. Экологи задают вопрос, какое расстояние нужно пройти в воде, чтобы из чистой, пригодной для питья, превратиться в грязную. Задумались? Это от 7 до 21 сантиметра движение воды от крана до раковины. Поэтому все остальные способы приготовления коктейлей будут заставлять меня мыть свои инструменты, что тратится 3, 7, 10 литров воды. В маленьком разрезе одного коктейля это не так уж много, но мы за одну смену можем приготовить 50, а то и 100 коктейлей. Это до 500 литров воды. Таким объемом воды можно напоить один город в Африке. Задумайтесь об этом. И добавим немножко содовой. Мой конкурсный коктейль номер 5 на World Class 2020. Спасибо.